Мялики Яумиддин. Властелин судного дня. Дня судного он властелин. Судный день — день, когда миллиарды людей, живших когда-либо на земле, будут воскрешены из мертвых. В тот день люди переживут невообразимое потрясение и ужас от всего происходящего вокруг. В тот день каждый будет озабочен лишь самим собой и позабудет о близких, друзьях, родственниках, женах и детях. Ни один человек не будет в состоянии думать о других. Аллах в Коране приводит описание Дня Воскресения, или, иными словами, Дня Веры. Как объяснить тебе, что значит «судный день»? И вновь, как объяснить тебе, что значит «судный день»? Это день, когда ни одна душа не сможет ничем помочь другой душе, и власть в тот день принадлежит только Аллаху. В тот день человек поймет, что все материальные ценности мира, которым он придавал столь большое значение на земле, потеряли для него всякую важность и смысл перед лицом суровой кары Всевышнего. Отныне родовые связи, земная близость людей лишены всякого смысла. Единственное, что ценно в тот день – иман, вера в сердце человека. Это будет означать, что все врата, откуда человек мог ждать помощи, теперь закрыты, и только Аллах может проявить милосердие к тому, кого решит избавить от своего тяжкого наказания. И это спасение зависит лишь от воли Аллаха. В тот день сотворена уже обитель страданий ада, достойная его величия и сана. Аллах спасет от нее того, кого пожелает. В тот великий день неверовавшие будут пребывать в глубоком и горьком раскаянии, верующие же испытают великую радость избавления, трепетное волнение и счастье от встречи с Господом. В тот день Аллах не опозорит посланника и тех, которые уверовали с ним. Ибо таков обет Всевышнего всем уверовавшим в Коране. И, несомненно, мы окажем помощь мессиям нашим и благочестивым и в земной жизни, и в тот день».